Предлагаем вашему вниманию мегаэкскаватор колесный «Мамут» в коробке от фабрики «Полесье». Данная игрушка поставляется в разобранном виде и подлежит последующей самостоятельной сборке. На стрелу экскаватора необходимо надеть пружину. Затем отверстия в пружинах с обеих сторон фиксируются шайбами. После этого края пружины до упора необходимо поместить в отверстия, расположенные на поворотной платформе. В боковое отверстие необходимо поместить ось и зафиксировать стопорным кольцом с обратной стороны. Правильное выполнение всех действий позволит собрать готовый к эксплуатации мегаэкскаватор «Мамут» от фабрики «Полесье».